К нам приехали первые аутлендеры, которые мы привозили на заказ. Эти машины появлялись в канале, люди предоплачивали их. И дальше мы везли их и везем их непосредственно на человека. То есть это не те машины, которые у нас с площадки продаются. Они получаются, вот конкретно вот эти аутлендеры, которые на заказ, они, естественно, получаются более выгодными для вас в покупке, потому что мы везем их не за свои, а за ваши деньги. И хочу вам продемонстрировать, они есть еще в наличии, что это вообще такое. Это 2.4 полноприводные машины, бывают они в блэк-пакете, бывают не в блэк-пакете. В основном люди предпочитают блэк-пакет. Так, вот, открываем, ключ вот он у меня в руке. Давайте заныриваем, посмотрите, как это все выглядит по салону. Электросидение, дальше здесь... Ну, красиво сделан салон, на самом деле красиво. Я видела, какими они бывают. Здесь сиденья прям симпатичные. Вот эта вот прострочечка. Не первый раз я их вижу, безусловно. Дальше здесь двухступенчатый обогрев сиденья есть, он заводской. Круиз-контроль, есть камера. Так, сейчас давай я все это продемонстрирую. Вот, шайба управления полным приводом. Электроручник, автохолд, то есть нельзя сказать, что эта машина прям совсем пустая, ни в коем случае. Камера 360, ну вы видите, она такое себе качество, откровенно говоря, ну вот хоть какая есть, зато 360. Так, что еще, люк, вот, смотрите, люк. Магнитола стандартная, мы такую... О, господи, боже ты мой, как тебя выключить? Мы такую вам 10 раз демонстрировали уже магнитолу. Вот, пожалуйста, опять и снова она же. Так, закрываем. Прелесть аутлендера в том, что он же просто огромный по салону, вот смотрите, то есть для кроссовера своего класса это очень машина крупная. Ну и помимо того, что она крупная, она отлично известна по своим агрегатам, она неплохо выглядит, согласитесь, вот в этом блэк-пакете, покажи вот здесь с задней части, с внешним спойлером, с нижней губой черной, черные ручки, вот здесь черные вставки. Я вам так скажу, парень, который у нас заказывал эту машину, сейчас их две одновременно пришли, один человек уже приезжал ее смотреть, до подготовки даже, он был в восторге, то есть он ждал, что будет хуже. Так они пришли очень качественные, симпатичные, ладно, скроенные, то есть никакого колхоза, ничего нет. Вот. Ну и известные агрегаты, мы точно знаем, сколько это все проживет, и знаем, что это нас не подведет. Вот. Так что, если нужно, заказывайте, они еще есть.